Добрый день! Сегодня 20 марта 2023 год. Меня зовут Иван. На все звонки, на все запросы отвечаю только я. Получение денежных средств при отправке по всей России. Опыт большой, наработки тоже большие. Являюсь тоже только я. Под заказ технику не вожу. Вся техника в наличии в Владивостоке. Трактора, которые я выставляю в видео сейчас, не проданы. Если были проданы, я бы не выставлял. Просто техники мало хорошей, разбирают быстро. Стоимость трактора, мои контакты указаны в описании видео. Если, как это происходит, ну, смотрят видео, кому понравился, просто набирают меня и все. И мы уже дальше обсуждаем, куда двигаемся. Представляю вам очень хороший трактор, Kubota GL201, он 21 лошадь. Шилдик есть, я не обманываю, как многие мои коллеги. Вот у него 21 лошадь, ну где на единичке всегда там приплюсовал. 321 модель это 33 лошади, и так поехали. Так, у него кун оригинальный, Куботы на 300 килограмм. Высота разгрузки по бол 2,20. Кун современный, в очень хорошем состоянии, и по лакокрасочной, и по трубкам. Все грамотно сделано, эти дороги. Передние шины абсолютно новые. Корея, ее японец поменял. Тайрон тоже есть как в Японии. Это его личная была инициатива. Так, трактор. Трактор в очень хорошем состоянии. Хороший бушный трактор. Кстати, и наработка небольшая. 420 часов всего лишь. Какие-то часы. Что ли? Или таймер засекать чего-нибудь. Вот под ковриком. Максимальные комплектации. Есть быстрый разворот. Есть помощь в развороте. Коробка основная. 8 скоростей U-Shift. Без сцепления переключать. И два делителя. Повышенная Ашка и пониженная Элька. Трактор с утилизационным сбором, выпущен ПСМ, будет позже электронный. Точно не знаю когда, но система это уже заработала. Сейчас просто, кстати, с октября сколько накопилось этих, сколько кому надо выдать эти ПСМ. Так, вал отбора мощности, 4 скорости прямое вращение и ERCO, 1 скорость обратное вращение, вентиль гидросистемы. Так. Оригинальная сидушка, она не откидывается только вот сюда, вперед назад. К сожалению. Да, бардачок пустой. Документов никакой японец не положил. Но ремни безопасности есть. Задние правые шины неплохие еще. Так, по дискам он вот такого года. Он и по каталогам такого года, и по всем. Крыша. Крышу немножечко вот в таком состоянии, но она есть все равно. Она же и рама безопасности, и крыша. Навеска универсальная, трехточечная. Можно ставить абсолютно любое навесное оборудование. Быстро съем стоит, муфта соединительная между карданом и фрезой трактора. Ширина фрезы рабочая 1,50 м. Ножи. Еще побегают. Автоглубина, автогоризонт, все есть. Все наклейки информационные, вот все. Все сохранено, все. Оригинально. А, болты блестят. А тут подъем опускания фрезы, это подрулевое управление. Либо она опускает или поднимает на заданную глубину. Это все под рулем. Это подъем фрезы при движении задом. Если это галочки, вот эти, птичка такая желтая, значит включена. Это кнопка подъем фрезы при резком повороте руля. Чтобы когда разворачиваетесь, не заламывало. Ручной газ, ножной. Тормоза левые, правые мокрые. Задние. Ну, это принудительно. Двигатель выключает, мало ли, если что-то замком. И угол рулевого колеса. Блокировка дифференциала заднего моста.
гидрофильтр. Так, распределитель тоже, видите, какой современный. С вентиль наружно дублируется, еще рычаг внизу. Все, везде быстросъемы стоят. Здесь тоже все. Стрелу от куна легко вообще снять, поставить полминуты. Вам не нужна, без проблем поставили. Ну вот еще раз шилдик. 21 лошадь. Двигатель D1403. Передние шины вот, поменены. Абсолютно новые. Абсолютно. Все по пластику везде. И он не крашеный. Коцки все равно, как говорится, жизненные царапки там есть. Заводим, тестируем. Так, сцепление здесь можно не выжимать. Главное, чтобы реверс был на нейтральном положении. Так, ну, сейчас тепло. Свеча загорается, все. Опустилось вот все управление. Видите, у нас сразу горит, что автоглубина включена. Сейчас поставим глубину. За шторку поднимаем. Видите, фреза поднимается и опускается. Так, сигнал не работает. Левый поворот не горит. Правый. Фары горят, правый поворот горит. Да, и сзади тоже горит. Гидронаклон. Вот он. Полностью в ручном режиме переставим автомат. Все работает. Так, вал отбора мощности. Сцепление. Четвертая скорость. Максимально. На кардане защита. Бываю. Третья скорость. Сцепление. Вторая. Первая. Первая скорость, прямое вращение. Это правильно. Так, ну давайте ставим. Обратное вращение. Так, Элька. Первая скорость. И вперед. Да, все, включено. Едем. Вот, подъем фрезы при движении задом включено. И подъем фрезы. При резком повороте тоже все горит. Быстрый разворот у нас. Так, вот сюда в сторону. Вот он загорелся. Адеха. Вот. Помощь при повороте тоже еще потормажит. Все горит. Все функции. Кош хороший.
идет обратное вращение. Поднять. Горизонт работает. Техника подрабатывает. Ну вот смотрите, кладем фрезу, руль резко выкручиваем. Вот, видите, и фреза сама поднялась. Это вот эта вся функция. Так, опускаем ее. Задний ход, пик, и поднимается. Все работает. Чик. Оп. Все открутилось. Так. Ну и поехали. Вторая. Девять-то выключить. Первая, вторая, третья, четвертая. Пятая. Седьмая. Восьмая. Это у нас что, фреза поднята? Сообщение. Назад. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. 3, 2, 1. Так, и повышенная ашка. Вот, руль прямо, выкручиваю вправо, и включается быстрый разворот. На месте разворачиваю. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Так, и уже на повышенных ходеха сама отключается. Это тут его, тут в информационной табличке все указано. С пятой по восьмой не работает. Сейчас. Выключил я быстрый разворот, просто 4 ВД. Колеса эти прокручиваются, ВД работает. Так, ну и давайте назад. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая.
ручник. Японская земля. У него автоматически, я не знаю, тут я. Все, горизонт поймал и так. Вот тут вроде все функции показал, все. Ну только, наверное, вот эту, да? Как двигатель глушится. И опять завоюсь. Информационные таблички, какое масло, видите, сертификация UDT, сколько лить, через сколько менять, давление в шину. А, ну тут еще соляры японец, вот бак японский. Ну, вот в таком состоянии. Сапун. Фильтр. Хороший тракторец. Двадцать одна лошадь, фреза 1,50 м. Кун оригинальный Кубота 300 килограмм, трактор с электронным ПСМом, ПСМ будет позже. В хорошем состоянии. Думайте, всего доброго, до свидания.